добавить график. Называется онлайн тренд. Для графика какой тег писать? Да, можно внутренний написать. Так, архив, да, если надо архивы отнести. Так, сейчас. Свободные маркера взять слова, допустим, МВ-36, МВ-38, МВ-40, 36 это будет 10, 38 это будет этот, и вписать эти теги сюда. А 10 что? А, по движкам? Да, это будет токи, просто будем визуализацию с этого симулятора имитировать и все. А может подальше взять? 36-й, 40-й. Все. А, все окей. А мы откуда данные будем брать? Данные из чего? Да ничего, просто будем имитировать симулятором. А в схеме я их не буду никак отмечать? Просто они тегами будут. Да, они просто тегами. Все с одного окошка. Вот это. А вот здесь ты вписать надо. Можно просто. Вот это. Первый, второй. А. Ну, здесь надо еще прописать, да? Да, их сюда надо было вписывать. Тут просто надо было создать папку. Там, типа имя архива. Ну, там можешь написать. Фу. На английском. Что написать? Сюда все теги вписать, да? Не все, а те, которые тебе интересны.
чем типа аналоговая? Ну уже ком превратилось. Вставляешь, здесь ты его по-русски можешь писать, что это у тебя, можно пока скопировать, так можно писать, там мотор один, и тебя внизу, это то, что... Да, это первый, это мотор 10. Это реальный тег твой, имя его, а здесь то, что у тебя будет отображаться внизу в подсказке. Угу. Здесь ты вот цвет выбираешь, там... Там красненький. Ну тут такое всякие по мелочи настройки. Я тут первую линию задали, а вторую как бы. Добавляем новый. Ню и пошел. Ага. Ню-ню. Ню-ню. Да, и все вот тут. Так, теперь эти задать. Настройка времени. Здесь сколько ты по времени будешь. Стартаем диапазон, ну вот это, допустим, час. Ну или... Давай 20 минут или нет? Да, ну для контроля оно неудобно. 20 минут, а что ты там увидишь за 20 минут? 20 минут. Тут стоит автоматик, это он будет сам по размеру, короче, по твоим величинам подбирать, насколько ему выше. Mm. Короче, по вот этому, по Y, вверх-вниз подниматься. Если мы снимаем, тогда ты можешь вот поставить уже там, ну, свои ограничения. Если ты знаешь, что 20 тебе достаточно для нормальной работы. Mm-hmm. Потому что не всегда удобно, там пусковой ток пошел, он там жих его 100 амперти, а дальше идет, как бы, если тебе эти пучки не интересно, но их можно всегда посмотреть при желании. И добавляю два остальных. Тут в симуляторе добавляешь еще меркер, внутри него тут пишешь МВ, его имя. Пиши. Десятый? Я не знаю, что ты там брал. Ты же давал им адрес. Я по всем движкам взял. М10. Ну я брал этот какой? 35-й, 40-й, 49-й. Ну, значит, берешь 35-й. Ну я вардовый взял. Ну ты вардовый, значит, ты все время пиши МВ. МВ 10. Почему 10? Ты адрес пишешь, ты это не двигатель, ты прямая адресация. Понял. 35. Я ПЛК не знаю, что ты там 10, а у тебя 20, 30. Угу. Он уже четко, конкретно адрес его. Так, еще один. Здесь можно сделать, да. Че?
50, да. То же самое остальные делают. Угу. А, мне же запустить программу надо, блядь. А я рисую здесь на асфальте белым мелом.